Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Ну а что нам может угрожать? Может, маленький ребенок по вашей в параллельную вселенную с какой-то чучундрой. Окей. И эта чучундра нас пугает сапогами. Ну а что еще делать-то, по сути, правильно? Только сапогами и пугать. Больше-то у нее нет ничего. А, ну конечно. Так, вон там пуфик. Или что это, я не знаю. Стул. Нам надо каким-то... А нет, вот есть пуфик, кстати. Ханулся. Не обязательно тащить эту громадину, если можно притащить вот эту. Для ребенка что одно, что другое, все равно громадина. Абсолютно беззвучные двери. Но, как вы могли судить, я, собственно, догадывался, что сейчас выйдет, поэтому вы не услышали никакого испуга. Вот. Ну, потому что это было логично, то есть мы ее слышим, нагнетается обстановка, и вдруг что-то такое выходит, а теперь мы должны к ней бежать, идти, я не знаю, что это... Что-то пожирает, какой-то слоненок пожирает наши игрушки. Что? Что это вообще? И наши ли, кстати? Не знаю вообще, что там происходит, честно говоря. А в данной ситуации у меня всего один вопрос. Куда мне идти дальше? Пришел я вот оттуда. Этот звук мне определенно не понравился. Знаете, по какой-то причине пока я не уверен, что у нас будет что-то прям такое страшное, что ли. Так, ну, пень, который был рядом. Конечно, он напрягает, но... Скажем так, не до такой степени. И там я поднял еще какую-то детальку, кстати. Вверх. Ключик и открыть. Я даже не знаю, честно говоря. О, вот наш чучундра. Я в этот момент понял только одно. Она нас может схватить. Знаете, мне это ни хрена не добавляет уверенности в том, что я пройду эту игру. Но при всем при этом... Я понял, что от этой чучундры можно спрятаться под...
пуфиками и прочими подобными объектами. Да, походу на глаза лучше ей, конечно, не попадаться. На всякий случай. Сныкаемся и продумаем наше следующее действие. Так. Тихо, спокойно и аккуратно. Просто не спеша, потому что я не знаю, как бы, что меня дальше ждет. А управлять, честно говоря, на геймпаде именно... скажем так, осмотром того, куда мне идти, не очень удобно. Он немножко заторможенный здесь. Поэтому... хей! Ладно, чуть-чуть подвинем и пролезем. А Чучундра за нами не сможет. Ха-ха-ха-ха. Так, мне этот стук, знаете ли, не очень понравился. А там ключик лежит. Естественно, каким нам макаром надо брать ключик? Естественно, вот таким. Ай-яй. Здесь никого нет, я в домике, я в домике. Ха-ха. Кажется, эта тупая дура ушла. Да, мы могли слышать, что она утопилась в озере. Но это никто не знает, не значит, что мы сейчас ее не можем встретить. Мы же, зная такие игры, они специально так, знаете, только вот вроде все нормально, тихо, спокойно, и вдруг это говно откуда-нибудь вылазит. А по голосу это говно вот где-то там. Знаете, ребята, я что-то честно не могу найти. Скажем так, того места, куда мне сейчас надо. Что я просто не понимаю, давайте сюда пройдемся. Я чуть там не упал. Не знаю. Но, походу, определенно не сюда, нам, скорее всего, куда-то. Где-то назад. Или все же здесь что-то я не заметил. Давайте просто лишний раз просмотрю. Может, мне действительно куда-то сюда надо. Здесь такая большая бочка стоит. Я даже не в курсе, я без понятия, честно. Давайте медленно возвращаться просто назад. В надежде на то, что этот тварь не вылезет и не пожрет нас. Тем более, что мы передвигаемся ползком довольно шумно. Собственно, куда нам надо, я... честно, не знаю. Окей.
Нам точно в бочку. Все 300% вам вручаешь, нам в бочку. Бочка, мэн! Я, кажется, зря я решил на нее взглянуть. В общем, она была где-то там. Тут, кстати, с ней не поймешь, что она вроде бы уходит, а вроде бы и нет. Поэтому надо быть настороже. И быстро, как самый крутой мужик, просто ползти от нее. О-о-о. Здесь был рисунок, что она меня поймает. Будем надеяться, что этого не будет. Знаете, вот этот рисуночек. Но лучше лишний раз пересидеть, чем переться и 100% проиграть. По сути, без остановки я сейчас умудрился запилить уже более часа прохождения. Игра мне определенно... определенно нравится. Ой. Просто бежим. Просто бежим! Просто бежим, мать вашу! А я так и знал! Я так и знал! Что, тварь? Не могёшь через окно пройти? Стопудов где-то там еще. Ну ладно. Надеюсь, мы эту псевдо-какашную маман не встретим больше. Хотя кого я обманываю, знаю же, что встретим. Окей, ну вот у ребенка, кстати, сделано прикольно то, что мы бежим-бежим и... Все хорошо. Кстати, я давно Тедди не слышал, что-то он молчит. Оу. Оу. Нас накололи. Выглядит это еще хуже. Ребят, мне с каждой секундой, знаете, вот, ну... озвучание игры нравится все больше, но при этом игра из-за этого нравится все меньше, потому что...
просто не пугающе, а именно, вот, знаешь, вот это такое отвращение, какие-то звуки издают в основном. Она где-то там. Вон она. Знаете, лишний раз на нее лучше не буду смотреть. И кажись, она... ушла или успокоилась. Тут как бы возникает вопрос, надолго ли, потому что... потому что эта тварь постоянно где-то рядом и... и, грубо говоря, я бы знал, да, что делать... большому здоровому мужику, если бы оказался там, я бы просто попытался уничтожить эту тварь, но что делать маленькой девочке 2-летнего возраста, на которую постоянно орет вот эта тварь?